В республике создана комиссия по оказанию господдержки сельхозпроизводителям. Согласно распоряжению Кабмина, в ее состав вошли министр сельского хозяйства Альберт Каздохов, депутаты парламента, главы администрации районов, руководители сельхозорганизаций и научных учреждений. Возглавляет комиссию зампред правительства Мухаммед Кадзоков. Новая структура призвана повысить эффективность действующих механизмов. Предполагается, что комиссия не только будет отслеживать, как выплачиваются субсидии, но и займется подготовкой предложений по совершенствованию самой системы господдержки. Для справки, в нынешнем году субсидии выплачиваются для возмещения части затрат на реализацию молока, уплату процентов по кредитам, поддержку племенного животноводства и мясного скотоводства, приобретение элитных семян и закладку многолетних садов. В целом 7 направлений. Эти меры предусмотрены программой развития сельского хозяйства КБР до 2020 года.